релакс максимальный, мы не можем без музыки, абсолютно. То есть, если где-то, например, ну, прям жестко хреначит, скажу так, мы просто чуть прибавляем звука, потому что взрывы уже надоели, а музыка, она очень сильно релаксирует, она успокаивает, ты не боишься. В основном, у нас либо играет техно, либо играет вардруна, вот что-то такое, транс-музыка. Сейчас мы собираем наборы, наборы составляются, значит, две консервы, батон, это будет передано людям, либо же мы обменяем это на ящик мяса и повезем уже детям. То есть, в первую очередь, наша задача – накормить именно стариков и детей, тех, кто действительно нуждается. Блин, ну вообще не слышно, типа, и когда ты слышишь вот, рядом прилеты, блин, оно угнетает, а когда ты не слышишь, музыка играет, то вообще, ну, прям вообще шикарно получается. Так, Олежка, консервами порешаем. Просто я понимаю, что я делаю что-то правильное. Я не бездействую. Я понимал, что я прекрасно иду на то, что я могу людям помочь. И не просто так. И от этого ощущение, то, что я делаю просто что-то правильное.